У нас 6 компаний «Альянс» на Дальнем Востоке. Значит, мы делаем под ключ судостроение, судоремонт, работаем, выполняем заказы для ССК «Звезда» и для всех. Почему так сложилось «Альянс»? Потому что у одной компании ресурс трудовой, значит, производственные люди, у другого много оборудования, у третьего доки, у четвертого. И еще там каких-то много зипа, там доставка и всего остального. Поэтому собрался «Альянс». И получается, что на Дальнем Востоке мы, я думаю, что самая крупная подрядная организация для выполняем и во Владивостоке, и в Большом Камне, и в самой Славянке. Делаем на базе Славянки, базируемся на Славянке. У нас самый большой док на Дальнем Востоке, 35 тысяч тонн. Хотим, чтобы нас видели, знали. Тут приходил и Росморпорт, и другие. И понимают, что мы есть, мы показали себя, что мы можем, что мы делаем. Любые там ледоколы, любые другие пароходы. Мы понимаем, что сейчас очень много судов построят. Это там и рыболовного флота, и плюс каботажного, и в Северный путь будут много судов сейчас строить, и «Звезда», и все остальные. Их нужно кому-то будет обслуживать, ремонтировать. Поэтому мы это четко отдаем себе отчет. Как раз это очень актуально, сделать модернизацию своего завода, нашего, скажем так, завода, да, и, значит, обслуживать эти все суда на будущее. Мы стараемся все, как бы, делать все сами, без других. Только если, конечно, заказчик заказал какой-то двигатель иностранный, только тогда. А так, в принципе, все делаем своими людьми. Люди из Крыма есть, и с Донецка есть, и с Астрахани, и с Нижнего Новгорода, отовсюду, из Петербурга. То есть поэтому вот почему «Альянс» сильный такой получился, потому что все специалисты, которых уже, ну вот у меня там с 96 года стаж работы, то есть поэтому все сильные такие менеджментные и менеджеры, то есть поэтому вот получился такой «Альянс». Всех послушали выступления и вчера, и сегодня, и про регистр, и что все стараются идти навстречу и для того, чтобы и проектировать было быстрее, и для того, чтобы можно было строить быстрее, и принимать это все, и безопасно, и обслуживать, и делать. И как бы много информации, и все мы друг друга здесь увидели, познакомились, поменялись контактами. Теперь кто-то производит одно, кто-то сварочное оборудование, кто-то кабель, там, кто-то двери. То есть мы это все применяем в судоремонте, судостроении, поэтому это все было очень актуально. Минусов не было, были только плюсы, вот, однозначно. Потому что мы, я же говорю, мы показали себя, мы увидели других. У нас еще поставки свою мы производим, еще свои там леса, там, грубо говоря, для других заводов. Там, и делаем и услуги по этому всему делу. Поэтому были только одни плюсы.